44 тысячи студентов, 400 образовательных программ, 150 лабораторий мирового уровня. Самый большой кампус России, 3200 иностранных студентов из 91 страны. Все это Казанский федеральный университет. Старейшее учебное заведение России, которому в 2014 году исполнилось 210 лет. Многие годы вуз занимает передовые позиции в отечественном и международном научно-образовательном пространстве. А недавно вошел в новый рейтинг топ-200 европейских университетов. От классики к новациям, от абитуриента до выпускника, от выдающихся ученых до университетской культуры. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. В студии «Большой страны» ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ильшат Рафкатович, здравствуйте. Здравствуйте. За два века Казанский федеральный университет достиг таких результатов и таких высот, что его выпускники по праву могут называть свой диплом золотым. Мы, кстати, так и обозначили тему этой беседы. Скажите, а за 200 с лишним лет как изменился статус выпускника вашего вуза? Вы знаете, за этот период, конечно, произошли колоссальные изменения. В общем-то, сам университет изменялся и претерпевал разные периоды своей истории, хотя никогда не изменял своей миссии. Он всегда работал на систему образования нашей страны, прежде всего. Но если напрямую ответить на ваш вопрос, то должен сказать, что сегодня, конечно же, к нам поступают совершенно иные абитуриенты, и, соответственно, мы имеем совершенно других выпускников. Они, как говорят молодежь, больше заточены на конкретные виды деятельности своей жизни. Обучаясь уже на втором-третьем курсе, они практически знают, где они будут работать. И этому, конечно же, соответствуют и образовательные программы, особенно их вариативная часть. Но два века для университета, вообще для любого учреждения, мне кажется, это колоссальнейший срок. А, естественно, какие-то традиции переносятся из года в год, из десятилетия в десятилетие. Вот немножечко об этом расскажите. Вы знаете, за этот период университет неоднократно трансформировался, конечно. Прежде всего, колоссальная трансформация произошла в 1917 году, когда случилась революция, и поменялась структура университета. Далее колоссальные изменения произошли в 1930 году и вот до 1950-х годов, когда от нашего университета отпочковывались и стали самостоятельными ряд наших сегодня ведущих учебных заведений, в частности и Казанский авиационный институт, и Казанский химико-технологический, и Казанский медицинский университет. По сути, институты Казанского центра РАН также образовались на базе нашего университета. Но и колоссальные изменения произошли в 2010 году, когда, наоборот, в результате объединительных процессов, когда мы получили статус федерального университета, многие ранее самостоятельно работавших вуза опять объединились, и мы стали называться Казанским федеральным университетом. Соответственно, с 2010 года формируется новая корпоративная культура университета, открываются новые образовательные программы, открываются площадки для трансфера технологий. И этому, конечно же, способствуют и те целевые федеральные программы, в которых мы участвуем. И хорошо, что мы выигрываем право участия в этих программах. Прежде всего, конечно, это программа 5 топ-100. Это попадание вот 5 российских вузов в топ-100 глобальных рейтингов. Мы начали конкурировать и, соответственно, позиционироваться на рынке образовательных программ не только в нашей стране, но и в мире. А скажите, как часто ваши выпускники покидают родные пенаты, родные стены, родной город, район, регион и уезжают за рубеж? В университете остается не так много людей, поскольку вакантных должностей не так много, и они занимаются на конкурсной основе. Многие, конечно же, остаются процентов, наверное, 80 на территории нашей страны, причем в различных его уголках. Но это колоссальная цифра. Да, ну и определенная часть уезжает. Уезжает по части, в том числе и нашим программам, поскольку мы имеем общие магистерские программы рядом международных университетов, и они на их площадках получают определенные знания и компетенции, частично возвращаются обратно и формируют на нашей площадке собственные лаборатории в развитии тех же тем, которыми они занимались там.
некоторых пор мы приняли решение, что мы сами изначально формируем те направления, которые мы бы хотели культивировать в нашем Казанском университете, и именно под эти направления мы отправляем наших аспирантов в наши партнерские вузы за пределами нашей страны. Казанский федеральный университет основательно звучит, богатая история, мы это уже все поняли. А вот что касается направлений и образовательных программ, и сфер обучения, и факультетов, то где здесь вы ставите основные акценты? Какие факультеты пользуются особой популярностью и для вас что является основой? Знаете, я начну, наверное, с того, что с момента формирования федерального университета с 2010 года мы поняли, что вот такой большой университет, как наш, он не может конкурировать в мире по всем буквально направлениям. И мы выбрали для себя определенные приоритеты. При выборе этих приоритетов мы исходили из того, что они должны быть востребованы бизнесом, обществом и государством. Востребованы как внутри страны, так и за его пределами. Это говорит о том, что, соответственно, и наши выпускники, обучающиеся по этим программам, также будут востребованы везде. Я могу их озвучить. Это основные направления. Да, основные направления, хочу сказать. Это нефтепереработка, нефтедобыча и нефтеразведка. Это новые материалы, это IT-технологии, значит, и это, конечно же, медицина и фармацевтика. У нас практически все институты внутри нашего университета, они востребованы, по крайней мере, об этом говорит тот конкурс, который мы испытываем каждый год. Хотя мы принимаем порядка 10,5 тысяч абитуриентов ежегодно. А вот какой конкурс, раз уж вы говорите об этом? По 7-8 человек на одно место. Подают заявление, конечно, намного больше, поскольку по законодательству, существующему в нашей стране, абитуриент может подать сразу в несколько вузов. Но в конце концов мы отбираем, вот где-то 6-7 человек остается. И мы имеем самое большое результаты ЕГЭ на входе среди федеральных университетов нашей страны. Золотой диплом Казанского федерального университета. Сегодня университет – это центр науки, центр образования и центр технологий. Мы стали определенной корпорацией – учебно-научной технологической. В студии «Большой страны» ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Несколько лет громко звучит такое красивое слово «импортозамещение». Далеко не все понимают его значение, но говорят об этом практически все. Я знаю, что и ваш университет является разработчиком многих направлений, в том числе и в сфере импортозамещения. У вас даже есть какие-то результаты. Расскажите об этом. Знаете, как образовательное учреждение, прежде всего, когда мы говорим об импортозамещении, мы должны говорить о наших образовательных программах. В принципе, вот то, что наши выпускники востребованы и работает сегодня по всему миру, это говорит о том, что у нас все-таки хорошее образование, раз наши выпускники востребованы. С другой стороны, вы совершенно правильно подметили, мы, реализуя проекты по 218-му постановлению правительства Российской Федерации, я напомню, это постановление о кооперации ведущих компаний с ведущими университетами. И мы создали ряд продуктов, я их коротко перечислю. Прежде всего, конечно, это новые катализаторы для нефтехимической отрасли. Еще один проект – это разработка залежи тяжелых битумов. И технологии разработки, и технологии добычи, значит, разработанные нами сегодня совместно с компанией «Татнефть», она может транслироваться и на площадке других компаний. Более того, я думаю, многие технологии, которые у нас разрабатываются в этой области, и в области каратажа скважин, которые используют сегодня импортное в основном оборудование, мы замещаем собственными разработками, но не только разработками, мы это изделие и делаем сегодня сами. То есть у вас такая уникальная большая площадка, не только образовательная, но и производственная получается? Знаете, сегодня университет – это центр науки, центр образования и центр технологий. Да? Мы стали определенной корпорацией, учебно-научной технологической. И сегодня мы ведем переговоры с руководством Республики Татарстан. И есть огромная поддержка президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова в вопросах передачи нам контрольных пакетов акций инжиниринговых центров, которые
были созданы на площадке республики по федеральным проектам, по федеральным программам, и будут служить для нас площадкой для трансфера наших технологий. Очень интересно. И действительно уникальный опыт. Скажите, пожалуйста, а как меняются ваши образовательные программы с учетом новых технологий? Ну, они совершенно другие, поскольку появляются новые технологии, и чтобы не отстать от жизни, мы должны постоянно их актуализировать. Как содержательную часть, исходя из потребностей и конъюнктуры рынка труда, так, конечно же, и технологии, которые используются. Я читал, что у вас даже есть специальное телевидение свое. Вот это меня прям потрясло. Да, все, что мы делаем, в какой-то части, вы знаете, это вынужденная мера, поскольку мы конкурируем сегодня в мире, мы хотим остаться в образовательном пространстве мировом, и эта жесткая конкуренция заставляет нас, точно так же, как компании, все время что-то придумывать и идти на опережение спроса, а не догонять этот спрос. Да, мы создали свое телевидение, и работает оно в онлайн-режиме. Это тоже была вынужденная мера, во-первых, продвигать сам университет с его образовательными программами. С другой стороны, это площадка для наших журналистов. Мы готовим журналистов, да, и в том числе и телевизионных журналистов. Я думаю, конкурентов нам растите. Да, мы растим вам не столько конкурентов, сколько людей, которых, я думаю, вы с удовольствием будете брать на работу, и вам потребуются минимальные сроки по времени для того, чтобы их переобучить. Университет включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, является историческим и архитектурным памятником России, туристическим объектом. Скажите, а как все это отображается на работе самого университета и даже на его учебной программе? Просто оно способствует формированию вот университетской культуры, да, и бережного отношения к объектам культурного наследия. Конечно же, она не влияет напрямую на образовательные программы, либо на научные исследования. В то же время она является таким объектом пристального внимания и притяжения как абитуриентов, не только туристов, так и их родителей. Тем более там учились наши известнейшие люди, Владимир Ульянов Ленин, Лев Николаевич Толстой, да и многие люди, которые учились в нашем университете, как раз обучались в этом главном здании. Ильшат Рафкатович, а сейчас позвольте я задам вопросы от наших телезрителей, которые прислали их на адрес электронной почты нашей программы bssobaka.ptvr.ru. У нас в гостях ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ильшат Рафкатович, вопрос от телезрителей наших. Почему российские вузы уделяют такое внимание привлечению иностранных студентов? Не ущемляет ли это права нашей молодежи, уменьшая вероятность их поступления? Мы уделяем этому большое внимание по одной простой причине. Во-первых, те, кто у нас обучаются, в дальнейшем становятся носителями нашей культуры, идеологии. По крайней мере, они больше узнают нашу страну. Да? И это особо важно в сегодняшней ситуации. С другой стороны, считается, и это на самом деле так, что если к нам едут иностранные студенты, то качество образовательных программ у нас достойно. Третье, мы на этом неплохо зарабатываем, поскольку большинство из этих студентов самостоятельно платят. Ну, понятно, наверное, родители оплачивают свою учебу, поскольку они не влияют на общебюджетные места наших студентов, либо за них платят, значит, соответствующие наши ведомства, Миноборнауки Российской Федерации. Ну, так, к слову, о качестве образования. Телезрители спрашивают, вы ведь готовите в том числе и медперсонал. А есть ли у вас для этого возможности? Вы знаете, все возможности, как ни странно, у нас есть. Организовав Институт фундаментальной медицины и биологии буквально несколько лет назад, мы получили лицензию на подготовку, в том числе и по лечебной работе врачей, стоматологов. То есть, за исключением педиатрии, мы готовим по всем направлениям. У нас мощнейшие лаборатории. Этому способствует, конечно же, и то, что у нас очень хорошее фундаментальное образование в области физики, химии и биологии, что необходимо для подготовки сегодня хорошего врача. И в то же время мы, наверное, один из немногих университетов классических нашей страны, которые имеют собственную клиническую базу. У нас
клиника на 840 стационарных мест. Плюс у нас есть собственная поликлиника, когда мы обслуживаем 50 тысяч горожан. У вас прям город в городе, и производство, да, и образовательные, да, программы, да, даже свою клинику, телевидение. И мы клинику рассматриваем как площадку тоже для трансфера собственных разработок. Угу. И мы на этой же площадке осуществляем и доклинические исследования. У нас есть и фармпроизводство сегодня. То есть мы на самом деле имеем уникальную сегодня инфраструктуру, которую наполняем сегодня, в том числе и приглашенными учеными. Еще зритель интересуется, как часто научные работы ваших студентов печатаются в зарубежных изданиях. Ваша школа признана за границей? Сегодня вообще основные публикации, они не идут за аффилиацией только одного автора, поскольку делаются всегда группы ученых, в том числе туда включаются и студенты старших курсов, особенно магистрантов наших и аспирантов. Сегодня мы в базе данных, в журналах, которые включены в базу данных Scopus и Web of Science, вот за 2015 год опубликовали примерно 2300 статей. За каждой этой статьей стоит огромный труд. Поэтому наша школа признана, и сегодня она способствует продвижению нас в глобальных рейтингах. Сегодня много говорится о реформе системы образования в России. Почувствовал ли как-то последствия на себе Казанский федеральный университет? Это вопрос также от наших телезрителей. Острый, болезненный. Конечно, почувствовали. Мы в 2010 году были университетом, я имею в виду Казанский государственный университет, на базе которого объединилось, по сути, в течение короткого времени, полутора-двух лет, 7 ранее работавших самостоятельно университета. И ушло достаточно много энергетических ресурсов для формирования общей университетской корпоративной культуры, что самое главное. То есть люди с разной культурой, с разными подходами, иногда к одним и тем же проблемам вдруг объединились. Мы были похожи на хозяйку, да, которая вначале готовила уху, потом борщ, там пельмени, и потом вдруг все это слили. И перемешали. И еще, перемешали, да. И нужно было сформировать блюдо, которое было бы нормально к употреблению. Но мне кажется, вам и удалось это сделать, тем более, что название «Золотой диплом» не просто так появилось на этой стене. Но прежде чем поставить многоточие в нашей беседе, хочу привести цитату из вашего интервью, которое вы давали 3 года назад. Вы сказали следующее. «Сегодня вы делаете то, о чем вчера и не мечтали». Вот, выражаясь современным сленгом, этот тренд сохранился? И главное, каким вы видите завтрашний день Казанского федерального университета? Вы знаете, этот тренд сохранился, более того, он стал более динамично развиваться. Говоря о том, каким бы я хотел видеть наш университет, я бы хотел его видеть не просто процветающим, а чтобы он был востребованным. И, может быть, наступит то время, когда многие ведущие компании не только нашей страны, но и мира будут считать за счастьем иметь с нами определенные отношения в области исследований и подготовки кадров. Именно этого вам и пожелаю. Ильшат Равкатович, большое вам спасибо, что нашли время, приехали к нам из Казани. И еще хочу пожелать, чтобы статус диплома не уменьшался, его значимость только увеличилась в мировом пространстве. А главное, золотой диплом изменился на платиновый диплом. Такой же может быть? Конечно. Вам большое спасибо за приглашение, за тот интерес, за и вопросы, которые вы задавали. Я думаю, это будет способствовать и превращению нашего диплома именно в платиновый. Большое вам спасибо. У нас в гостях был ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.